Так, это пруд Черноморец. Сегодня 26-е. Очередной раз Макс поднял амурчик вот такой вот. Красавца. На что ловишь, Макс? Я ловлю на бойло Ричвард. Тутти-фрутти. И карп, и амур, все на все него. Все на да? них. Так, стоит на 18-й беседке. Как будет практически сворачивается, а рыба у него идет и не останавливается. Буду еще оставаться. Не вопрос. Так, сейчас мы его выпускаем. Взвешивать не будем? Сейчас взвесим, сейчас на паузу поставлю. Так, ну вот взвесили. Значит, вес амурчика 4,5. Мы его выпускаем, да? Пошли. Значит, первого амурчика выпустили, вот второго. За это администрация водоема Максу выписывает еще путевочку на 6 часов. Значит, за карпа 6, за двух амуров 6, в итоге 12. Так что, ребята, приезжаем на Черноморец, ловим, выпускаем. Кстати, да, рыбак ловит у нас первый раз. Не только у вас, вообще первый раз. Да? На этой карповой рыбалке первый раз. Ну и отлично. Результат неплохой.